Вот, пожалуйста. Тут вчера человек провалился вниз и 2 часа пробовал в этой воде, потому что ну, докричаться ни до кого. Возможно, не представилось. Там и ванна, и унитаз в этой воде. Ну, уровень воды где-то примерно мне по грудь, наверное, здесь. То есть 1.5 метра, может, даже побольше. То есть все это отсырело за счет этой воды, сгнило, провалилось. Вы, кстати, тут не топать сильно, а то можно провалиться и здесь. Вы видите, насколько ушло от как бы этого порога? Вот. Это раз. На кухне то же самое происходит. Вот посмотрите, как пол накренился. Это может тоже упасть в любой момент. Официальной бумаги нет, что дом аварийный. Ну, что квартира аварийная. Эксперт пришел и посчитал как бы нужным записать, что дом имеет износа всего там, ну, короче, не хватило 5% до того, чтобы весь дом был аварийным, по-моему, если не ошибаюсь. А вот в этих квартирах, в этой, на втором этаже, там, получается, аварийные участки. То есть там потолок аварийный, а здесь аварийный пол, получается, вот в этой части. И все, вот, то есть вот как-то так. 9 февраля подали на межведомственную комиссию, никакого пока ответа официального не было. Учится. Не разувайтесь никто, проходите. Вот, смотрите, тут разрушений стало больше, как бы, смотрите, 100%. Если смотреть, и вот, вот арматура, смотрите, в каком она состоянии, а тут еще и сваи забивали. То есть это вот эту арматуру, как бы остатки, в смысле. Вот такие вот тут дыры сверху, и там, и тут, ну, даже приходили строители, они сказали, что как бы надо менять плиты. В смысле, это дорогостоящее удовольствие, больше 1 000 000 стоит. Ну, соответственно, конечно, дешевле, наверное, квартиру купить где-то. Администрация сначала пришли, посмотрели и сказали, в собственности квартира делайте за свой счет. Я говорю, а как вы представляете, как я вот эта несущаяся конструкция, и как я должна? Я говорю, может быть, дом сломать, да бабушке построить? Говорю, а что, у меня же пенсии там много. По последней ступеньке. Это у вас глубина вот какая-то? Это у нас глубина, это у нас высота такая. Глубина, вот это вот 9-я ступенька. Вот 9 ступенек, вот считайте сколько. Глубина почти 2600. У меня же подвал там, 2600. Там 40-й подвал, по-моему. В подвале у меня все уже начинает заливать, хотя вот такая стена. Как? Запашок. Это с учетом того, что открыты окна. Представляете, что здесь ночью творится? Вообще ничего не можем добиться. А водоканал вообще как мертвый, как будто там все вымерли, ушли на фронт. Ну, где полоса? Ага. Видать его? Вот, просто. То есть дом разбирается вручную? Ну вот, я вам показываю прям, вот, смотрите, вот тут... Вот, пожалуйста, не видите? Надо. Нет, я вам просто показываю. И там, ну, тут все видно. И самое главное, вот с этой стороны она нормальная. Ну, как бы, в смысле, это швеллер. Вот. А вот с этой стороны он уже отгонил. Прям, ну, нормально так вот, если посмотреть. То есть эта сторона может тоже упасть кому-то на голову, я не знаю.